Всем огромный привет! Сегодня будет третья серия моих запасов. Самое, наверное, сложное для меня, потому что то, что я буду показывать сегодня, этого у меня очень много. Я обожаю кремы для тела, кремы для рук. Но настолько я их сильно люблю, что меня девочки, конечно, задарили ими, и у меня очень много. Но снова скажу, как и в первых двух частях, что не съем, то понадкусываю, пусть будет. Мне они нравятся, если я даже не использую, я их вынюхаю. Ну, давайте я с крема для тела и начну. Даже страшно начинать. Давайте, вот я с кругленьких баночек. Это самая любимая упаковка для меня. Для меня крем для тела, когда в круглой банке, это что-то волшебное. Чтобы я его вот так вот видела. Ой, оно еще так вкусно пахнет. Вот такая красота от черного жемчуга. Протеины шелка, масло карите. Я не буду долго задерживаться, девочки, мальчики, потому что мы тут долго будем сидеть. Но я, конечно, согласна, потому что такие ролики я могу смотреть часами. Как мне один мужчина, ну или женщина под ником мужа написала, что за радость счастье в банках. Но счастье, поверьте, пожалуйста, не в банках. В банках удовольствие. А счастье в семье, в ребенке, в мире, в гармонии. Поэтому, ну, вот, смотрите, какая красота. Ой, вообще, оно даже переливается. Очень люблю, кстати, вот этот именно аромат. Он очень-очень вкусный. Ну, аромат вкусный для сухой кожи. Вот я его на зиму уберегла. Крем-суфле для тела, масло какао. И пахнет очень вкусно вот таким сливочным какао. Прямо вот вау, как вкусно пахнет. Ну, для любителей сладких ароматов, конечно. Дальше у меня есть от Эвелайн. Вот такая красота. Экстра софт с маслом органы. Золото Марокко. Ну, прям так омолаживающий крем. Он у меня зафольгирован, да. Смотрите, у меня хватило терпения его даже не открыть. Очень интересно. Я знаю, что он там как зефиринка вот так вот закручен. Ну, вот. Иногда я все-таки сдерживаюсь и не открываю эти прекрасные баночки. Просто на них смотрю. Дальше. Так, от Avon. Непревзойденное питание. Это вот крем-суфле с маслом африканского дерева ши. Оно очень-очень сладкое. Вот такое. Пахнет прямо чем-то сладким. Даже немножко как-то выпечкой, жженым сахаром и хлебом. Ну, как-то вот так. Вот такой крем. Еще одно. От Планеты Спа, сокровища пустыни с марокканским органовым маслом. Один я, кстати, единственный крем от Планеты Спа выкинула. Это там с труфелями какими-то было. Он был не только приторный, но приторный это ладно. Он не впитывался в тело и пачкал одежду. Вот один единственный. Но этот закрытый, не знаю, какой он будет. Видите, я молодец, я некоторые держу закрытыми. Вот. Далее. Вот такая вкуснятина у меня есть. Масло для тела, тонизирующее, на масле макадамии. Планета органика. Его я открывала уже. Вот я его смотрела. Такое оно классненькое. Он, кстати, если долго так держать, то начнет медленно, но стекать. Не настолько густое масло, как бывает. Вот масло прям совсем масло. Вот. Дальше. От Ифраше есть вот такое. Я его уже начала, оно у меня на самом деле уже в ванной. Кстати, девчонки, мальчишки, все, что я показываю во всех трех частях, я показываю абсолютно все, что у меня есть. Не только запасы, но я прямо с ванной все-все собираю. И поэтому, когда я все расставляю на места, у меня в запасы не все идет на полку, а очень много идет в саму ванну обратно на место. Ну и вот этот крем, соответственно, тоже потопает на свою полочку. Очень-очень вкусный. У меня много спрашивают, ну и где ты это все хранишь? Полгода назад, по-моему, я показывала тоже грандиозную такую же. Это сейчас же я обновленную серию показываю моих запасов.
А показывала, когда последний раз, я там показывала и хранение в ванной. Ничего не изменилось, все те же ящики, больше ящиков не стало. Как было тогда, так осталось и сейчас. Вот это вот вкуснятина, очень люблю ароматную землянику, вообще аромат земляники. Я боюсь, что после цитрусовых все-таки меня пробьет на землянику, но пока борюсь. Он у меня, к сожалению, закрыт, но вот у меня был крем для рук и гель для тела. Очень нравится аромат. В фраше земляника это вообще бесподобное. Если вы тоже любите, как я, землянику, то приобретайте, не пожалеете. Вот такая вкуснятина у меня есть. Обожаю ее величество роза, крем-масло для тела. У меня теперь есть и гель для душа. Это я, конечно же, открыла. Ну как же? Я же говорю, я все вынюхаю. Если у меня не истратится, то вынюхается. Но те, которые закрыты, я, конечно, их на подарки покупала и время от времени дарю. Вот такая у меня есть еще вкуснятина. Это тоже подарок. Мусс для тела, Organic Shop. Так. Тут у нас масло неролли и белые франджипани. Вот такие. Это я открывала. Вынюхивала уже. Чуть-чуть осталось там недонюхано. Вот. Вот такая она прям дребезжит. Очень вкусно пахнет цветами и чем-то, знаете, как вот отдаленно лимоном, чем-то таким. Ой, в кадр-то бы не выпрыгнуть к вам. Так, это я только начала. Кто в обмороке от количества, как и в прошлых сериях, либо терпите, либо не смотрите. Писать плохо не надо, потому что мне в прошлых сериях писали, я удаляю хамские комментарии. Если у вас критика, ну, критика адекватная, пожалуйста, пишите. Но если вы напишете, зачем тебе так много, ну, я уже сказала, что мне это нравится, мне много дарят, и пусть будет. Вот. Но я не против, если меня посадят на косметическую диету. Кремов у меня действительно очень много. Вот такая красота, это тоже от Faberlic My Honey. Пахнет действительно медовым так, ну, медом. Вот такая вкусняха. Еще одно покажу от Faberlic. Крем «Зима». Это крем, он универсальный для лица, для рук, для тела. В общем, все, что хотите, можете мазать. Он у меня уже идет полным ходом. Вы знаете, у меня муж его любит после бритья даже на лицо. У него сухая кожа. И вот только летом он остановился, а сейчас, гляжу, он опять к нему вернулся, нравится. Ну и все остальное тоже можно мазать. Я ей мазала даже руки ребенку, когда вот зимой обветривает. Еще у меня есть вот такие два милейших бочонка. Это от Oriflame. Вот настолько вот умилительная такая красота. Они зафольгированы, у меня терпения хватает, я на них смотрю. Парфюмированные эти бочонки, у них аромат духов, ну, парфюма вот этого. Еще одна вкуснятина, у меня такая уже вторая баночка, тоже вот такой бочонок, кругляш. Этот тоже зафольгирован, но этот аромат я знаю, у меня только-только в пустых баночках был такой. И вот у меня сразу же появился еще один. Ой, вообще. Ну, как это не любить, а? А, кстати, девочки, мальчики, если я смогу, я отвечу на все комментарии, но я не ожидала, что так много будет замечательных комментариев. Их уже почти 400, а серии-то еще это не заключительные. Так что не знаю, смогу ли я ответить, но прочитать я все прочитала и не по одному разу. От Avon это тоже подарок, вот такая вот малявка, малышка. От парижский, ну, шик, да, Parisian шик, мой английский, это надо Макса рядом сажать, чтобы он читал мой английский, не очень хорош. Вот такая красота. Ну и пахнет, соответственно, вот этим парфюмом от Avon. Вот такая вот милота. Еще одна кругляшка, это вот в последней посылочке ко мне приехала. Мы с Максимкой тогда решали, кто это, медведи или жар птицы, но решили, что это жар медведи. Вот. Вот такой крем в милейшей банке. У него такое даже донышко там, знаете, проваливается как-то.
Ну, вообще красота. И в нем интересно сколько. А, тут вот смотрите, оторвала я секрет, сколько весу. Ну, наверное, 150 грамм. Классный вообще, ну такой красивый и классный. Давайте я вон туда его спрячу. Все. Круглые банки, все. Ну, продолжим. Кремы для тел еще долго будут. Вот этот приехал Эвелин косметик. Это единственный у меня крем. Не крем, а кондиционер для тела смываемый. Представляете, какая красота. Никогда не пользовалась смываемыми кондиционерами. 350 мл, большой объем. Буду с огромнейшим удовольствием пользоваться. Нравится. Давайте я вам с дозаторами покажу две штуки. Это от Лиера. Когда мне фармакосметика предлагала на обзор товар, мне очень хотелось дорогой крем для тела попробовать. Вот у меня крем под глаза дорогой. И вот крем для тела. Ну, то, что я себе точно не куплю, но хотелось очень потестировать. Он стоил в районе 3000, по-моему. Ну, для меня это сумасшедшая цена. И он идет лифтинг против целлюлита и отечности. Вот. Срок годности хороший, до 18 года, до середины. Поэтому я им еще и пользуюсь, и пользуюсь. Тут, наверное, половина. И он такой, знаете, интересный. Сейчас я вам покажу. Вот видите, он какой темно-розовый. Вот. Так что, если увидите меня стройный и красивый, и подтянутый, и молодой, и прямо, в общем, значит, работает. Но я им пользуюсь на проблемные места. Это где-то от лопаток до коленок. Вот. Боюсь, что эта область скоро у меня на щеки перетечет, потому что я ночами завтракаю. Вот такая красота, это тоже подарок. Прям настолько он классненький, с таким дозатором милейшим. Это от Oriflame с розой. Аромат, наверное, розы. Лосьон для рук и тела. А чем пахнет-то? По-моему, это у меня роза. Я сейчас вам нашучу. Ой, чем-то цветочным, вкусным. Не знаю, что бы это ни было, но это пахнет очень-очень вкусно. Вот такая красота, чтобы ее видно было. Вот этот крем тоже у меня уже его немного осталось. Крем для тела моделирующий силуэт. Фитокомплекс 80% эфирных масел. Он действительно пахнет эфирками. Ну, то есть нету такого цветочного какого-то там парфюмированного аромата. И когда хорошенечко, знаете, так конкретным скрабом отскрабитесь или, может быть, массажным чем-нибудь там пошаркаетесь, и потом его тело даже холодит. Ну, проблемные места, которые вы наносите его. Не знаю, сколько сантиметров он у меня убирает или не убирает, но вот мне нравится его эффект, я его чувствую, что действительно этот крем вот как-то холодит и как-то работает. И когда тело разгоряченное, ну, так приятненько, скажу я вам. Кто устал, чай наливаем, кофе. Кремы для тела уже к середине приближаются. Кто в обморок упал? Ну, вообще, я не знаю, что мне делать, но я люблю крем для тела. Это вообще новинка, срок годности 3 года, представляете, новинка. То есть через 3 года я вам его все еще в запасах буду показывать и все так же буду радоваться. Это новинка от Kenzo Life, да? Правильно я английский прочитала? Открывать не буду, они обычно не зафольгированы, но потом совсем новые, я понадольше, чтобы они у меня годны были, они у меня закрыты. Вот такая красотень приехала от Oriflame, это тоже подарок. Все, что у меня подарки, я почему-то вперед сразу пытаются мимо моих пробежать, которые я купила, чаще у меня улетают на подарки потом. А то, что мне подарили, это у меня все идет на тело. Вот такая красота, тут так золотая маска, да, женская маска. Вообще просто супер. Очень нравится мне. Оформление очень нравится. Аромат не помню уже. Ну, как не помню, и только его прислали. Снова не говорю, кто прислал, чтобы не задерживать видео и не тянуть время. Хотя я болтовню это все равно тяну. Тоже замечательный подарок. Это была моя мечта. Вот этот аромат. Я его очень-очень люблю. Miss Mirais Black. Я даже выучила, как называется. И то наверняка наврала.
И этот крем тоже я сейчас поставила в использовании, потому что этим ароматом я активно пользуюсь. И крем тоже с удовольствием сейчас буду использовать, когда холодно. Прямо вот рука к нему тянется. Еще одна вкусняха, повышающая упругость. Фитотерапия от чистой линии. Сок малины и ежевики идет. Вот такое мгновенное увлажнение. Я его еще не пользовала, он у меня в запасиках. Ну, как и многое другое. Так, куда поставить? Так, вот такая красота. Это вообще, это любовь. У меня присылала уже Жануля когда-то пробник. Ну, как пробник? Ну, да, мини такая, миниатюрка. Я в нее влюбилась. Это такой крем, который сразу впитывается, и кожа становится круче, чем у Максимки. Вот, мне это нравится. И она мне потом прислала в большом объеме. Срок годности до конца 17-го. Но это я время от времени поглядываю, потому что мне многие говорят: ой, как ты следишь? Ну, естественно, слежу, я же их нюхаю. Я не знаю, но если нюхаете, вы же и на сроки смотрите. Куда смотреть-то? В общем, это что-то очень-очень. Молочко, да? Это молочко для тела. Тонизирующее и увлажняющее. Прямо круто. Вот доктору спасибо за это молочко. Очень хорошее. Солар или Солар, не знаю, как правильно, от Орифлейм. Вот сейчас я поставила такой гель для душа в использование. Вкусно пахнет. Я так понимаю, что такая есть водичка, гель и крем. Вот. Так что я им с удовольствием пользуюсь. Ну, гелем пользуюсь, а крем пока спрятанный. Вот такой аквафрут ко мне приехал тоже в подарки, в коробке подарочной. Там был гель, крем для рук еще покажу, и молочко для тела, персик, маракуйя, обалденный аромат. Я не люблю это слово, но еще больше я не люблю прикольный аромат, потому что я не понимаю, что это означает. Вот. Но вкусный, реально вкусный. И еще одна туба, над которой я теперь дрожу. Ну как дрожу? Я ее использую. Я ее поставила в использование. Никогда я не пробовала ничего от L'Occitane. Я только слышала. Для меня это такое что-то заоблачное. И ко мне приехала такая красота в подарке. Сейчас крем для рук использую такой. И вот такой вот красивенный крем для тела. Видите, вот постольку я и пользую. По чуть-чуть. Ой, как вкусно он пахнет. Такой хорошенький. Не, ну я шучу, конечно, шучу. Поставила в использование, мне очень хочется им какое-то время, насколько хватит, попользоваться. Классный крем, он сразу впитывается и как бы не бесследно исчезает, а кожа становится нежной, такая приятненькая. Вот. Две у меня вот такие кругляшки от Beauty Cafe. Первая с маракуйя и пион. Очень люблю. У меня такой был. И вот еще один есть. И второй надо бы использовать, конечно, потому что от Faberlic у них недолгий срок годности. Уже пора. Да, уже в конце 16-го он должен закончиться. Вот его, наверное, тоже сейчас поставлю, чтобы уже это молочко пошло. Тем более обожаю я аромат малины. Пора его истратить. Еще одна красота, которая ко мне недавно приехала, это тоже был набор Johnson Body Care. В набор входил гель, молочко, вот это, молочко же это, наверное, и мыло. Вот такой вот был набор красивый. Вот, плоховато, вот крышечка болтается, но не страшно. Думаете, все? Нет, еще есть. Будем долго с вами листать. Вот такая тоже приехала красота. Это 90-60-90. Это мои размеры любимые. Моделирующий крем для тела. Сюда входит свежая арктическая малина и органическая кладония, наверное, снежная. Давайте я вам открою, покажу. Его надо тоже. Я вот после вон той чистой линии поставлю этот, потому что я хочу, чтобы, да, вот это вот любимое было на мне. Чтобы не только читать, но и мерить можно было. Вот, смотрите. И вкусно-вкусно пахнет. Вот реально вкусно-вкусно. Очень он мне нравится. Ой, так бы и съела.
Дальше. Ночь перед Рождеством. Вот такая расслабляющая. Это уже густое масло для тела идет. Здесь масло какао, корица и свежий кардамон. Самое такое зимнее удовольствие. Вот такая вот. Прям как сливочное масло. Вот реально сливочное масло. Ой, и пахнет. Прям, знаете, чем? Печенье, топленое молоко со сливочным маслом. Вот как будто намазано это масло на печенье. Вот. Ой, мне кажется, если я таким намажусь, я 90-90-90 буду. Потому что как будто оно прям калорийное такое. Такой вкус у него калорийный. Вот. Ну, все. Кремы-то у меня кончились. Для тела. Давайте сейчас я уже так допугаю вас кремами для рук, потому что их тоже огромное-огромное количество. Ну, а потом уже успокою кремами для ног. Кремами. Правильно, кремами. Кремами для ног успокою, их у меня адекватное количество. Вот такой набор у меня сейчас идет в использование, потому что, наконец-то, не люблю, опять же, это слово, добила. Добила я от Mary Kay набор, где идет смягчающее средство, пилинг и сразу крем. Здесь идет тоже трехступенчатая штука от Тиандэ, шелковое совершенство, пилинг-гель, соляной скраб и крем для рук. Вот. Объемы у них, кстати, у всех трех разные. Куда смотреть-то? Ну, не буду я. Вам, я думаю, всех меньше интересно, а это объемы этих кремов. Так, ну и, наверное, поехали. Вот такой крем для рук. Это вот мое второе обожание. Вот как крема для тела я готова нюхать постоянно. Эти я тоже готова смотреть постоянно. Особенно если тюбики новые и красивые. Это просто... Ну, кто это любит, те меня поймут. Кто не любит, то... Ну, терпите. Терпите. У меня сезон вот так... этих запасов. Следующий крем сорбет для рук, увлажняющий. Я даже не видела вот таких вот никогда дизайнов. Вы знаете, вот сейчас все покупают раскраски антистресс. Мне кажется, вот эта туба антистрессовая. Посмотрите, какая красота. Если вы не хотите раскрашивать, вы просто смотрите, 15 минут смотрите и успокаиваетесь. Да? Ну, классная штука. Если надоело, можно поменять дизайн и смотреть следующие 15 минут. Это уже крем для рук омолаживающий. Вот. Смотрите, для коррекции возрастных изменений. Вообще, девчонки, огромное спасибо. Все, кто мне что присылал, огромное спасибо. Это такая красота. Я ж ребенок 80-х, 90-х, когда одно мыло хозяйственное было на всю семью. Крем для рук, комплексный уход, это новинка от Faberlic. Сейчас, наверное, многие сказали, ага, вот у нее это откуда. Не додали в детстве. Ну, может быть, может быть. Но вы знаете, мне и сладости не додали в детстве, а я вроде сладости не люблю. А это люблю. Ну, ладно. Комплексный уход, в общем, вот такой это новиночка от Faberlic. Не смогла удержаться. Вот при таком количестве, что я вам сейчас покажу, взяла и купила еще вот такой себе. Крем для рук и ногтей. Очень красивый дизайн. Посмотрите, прям полевые цветочки, которые я люблю. Вот я такие люблю цветы в вазе летом. Они, жалко, долго не стоят, но такие красивые. Вот я бы такие даже искусственные купила для вазы и любовалась бы. Потому что сейчас такие делают порой. Ну ладно, не об этом я. Сила 5 трав и подходит для ногтей. 10 витаминов. Ну, в общем, классная. Вот такой крем белоручка, его очень многие хвалят, питательный. Вообще очень многих я девочек видела в обзорах этот крем. Говорят, не очень дорогой, но очень классный. А мне в подарок приехал. Вот такая красотень. Ну, от 100 рецептов красоты, мне кажется, дизайн на высоте. Настолько красивый, питательный, с пчелиным воском. Тоже хвалят этот крем для рук. Есть еще с тыквой для ног, тоже замечательный крем. У меня он был, я пользовалась. Ну, с удовольствием пользовалась. От Тиандэ есть вот такой крем для рук. Молочный крем для рук. Вот. Кстати, я как обещала, я что-то на подарки-то уже раздарила. Из гелей, шампуней. Вот сейчас тоже отложу, пока перебираю.
Вот такая красота. Но опять же, я откладываю на подарки то, что покупала сама. Ну, так честно. Ну, я так считаю. Кто-то мне предложил это продавать. Я уже говорила, но это очень смешно. То есть, девчонки, вы мне присылаете, а я буду продавать. А нюхать-то я тогда что буду? Это от Ив Роше. Сейчас я вам скажу, чем пахнет. Цукатами. Апельсины, корицы, да. Вот у меня гель для душа такой есть и крем для тела. Ой-ой-ой-ой, дотянулась. Вот. Я вам говорила, что у меня вот, видите, вот этот аквафрут набор. Вот он, крем для рук, персик и маракуйя. Ой, простите, что я помолчала, просто у меня Максимка тяжеловато дышит. Я говорила, что он у меня болеет. Я ночами снимаю, пока слежу за дыханием его. Эйвон Кеа, масло какао. Я очень люблю вот этот крем. Я вам показывала в круглой баночке для тела, а это для рук. Очень люблю аромат вот этого какао. Но это только сладкоежкам понравится, кто любит сладенькое. Давайте из больших еще один покажу. Пчелиное маточное молочко. Единственное, если что-то я не показала, значит, у меня либо в использовании стоит, либо, может быть, маме дала в использовании. Ну, мало ли. Может, не все принесла. Пчелиное маточное молочко. Вот такой крем для руки. Дальше вот такой очень красивый крем. Прям вообще, посмотрите, какой дизайн замечательный. Лилия и масло ши. Вот такой. Вот она, моя любимая земляника. В новом оформлении. Люблю я этот крем. Он питательный, но не жирный. Даже жалко закрывать другие тюбики. Есть у меня вот такие два одинаковых братика. Акробатика, увлажняющая, с ароматной ванилью, очень вкусный, вкусный ароматный, ну, сладкий аромат, и он хорошо работает. Он, хоть и увлажняющий, мне даже кажется, он как будто бы питательный, работает как питательный. Но у меня руки не проблемные, в принципе, ну вот, показался он такой вот хорошо работающий. От Санте ночной крем для рук с коллагеном и витаминами. Интенсивное восстановление и питание. Вот такой крем. Мне его прислали на обзор. 125 миллилитров. Но какое-то время я им пользовалась, пока отставила. Но хороший крем, мне он понравился. Давайте следующий. Рядом будем. Бархатные ручки «Магия Тиаре». Это был тоже набор в подарки. Была туба и был кругленький еще крем. Вот кругленький я сразу истратила. Ну, я говорила, что я очень люблю круглые банки. Вот. И, в общем, вот так вот. Магия такая. Следующий от «Орифлейм». Еще у меня мыло такое есть. Кусковое. Это подарок тоже был. Вот такой крем для рук. Красивый. Тоже был в наборе. У меня в том году я использовала вот такой крем Le Petit Marseillais. Он питательный для сухой и очень сухой кожи рук. Сладкий миндаль. Вкусно пахнет. Классный питательный крем. Если руки беспроблемные и не сухие, то он вам покажется даже жирным. Его надо совсем чуть-чуть. Можно на ночь. И вот в зиму это хороший вариант, ну, если вашей коже он подойдет, потому что может быть и, как некоторые девчонки говорят, плохо впитывается, а у кого сухая кожа рук, наоборот, говорят, просто всасывается крем. Ну, тут уже трудно советовать, потому что у всех действительно разная кожа. Ну, моя любимая роза. Кто-то любит розу, кто-то не любит. Ну, вот я люблю. Один дизайн только, да, чего стоит. Очень красивый. Еще одно средство, ну как один крем от Ив Роше. Это у нас,
Какао и фисташки. У меня Максимка, когда первый раз этот крем понюхал, его так передернуло всего. Он ожидал, что будет чем-то вкусным пахнуть. Не ожидал, что фисташками. Но мне нравится. Ну, не сказать, что прямо вау, но оригинальный такой вкус фисташек. Вот такая малышка есть. Берегу. Жалко. Вот честно жалею, у меня рука к нему тянется, и я его опять прячу. Молоко и абрикос. Вот такая вот. Классненький крем, он в подарке мне был. Так, вот такая у меня есть еще коробочка Либридерм, вот такой крем там. Восстанавливающий крем для рук с соком календулы. Он был дорогой, но я его не покупала, тоже он приехал на обзор. Очень хотелось попробовать такой симпатичный крем для рук с календулой. Кстати, очень понравился. Я не знаю, стоит он своих денег или нет. Я бы, конечно, за деньги не купила. Для меня, для моего кошелька это дорого. Рублей 300, что ли. Ну, хотелось попробовать. Попробовала, рассказала, что хороший. Акуна Банана. Питательный крем для рук. Это вот тоже в последних. Я говорила, что Organic Kitchen была моей мечтой. Но, вы знаете, я сильно об этом не трещала. Но в комментариях иногда писала девчонкам, что классно, жду, когда у меня в город приедет. Но пока не приедет до моего города. Ой, как вкусно пахнет. Вот такой он симпатичный, желтый. Мне девочки прислали. Но я не говорила. Они сами прислали. Вот такая малышка от Oriflame. Посмотрите, мимишная. Какая маленькая, классненькая. У меня такие в сумочку уходят. Кстати, у меня в сумочке тоже есть одна малышка. Я ее забыла с собой взять. Еще два. Так, наверное, их вот так надо показывать. От L'Occitane. Два крема. Это тоже подарки для меня, очень ценные. Вот этот Нироли или Нироли я уже трачу. Он такой у меня уже с вмятинкой. Сейчас я им активно пользуюсь. Очень нравится. Ну, а этот пока у меня спрятанный. Голубой ирис. Этот пока в запасиках спрятанный, а этот прям не удержалась, открыла. Для рук у меня есть еще вот такие две красотули. Они у меня на полочке, и я ими пользуюсь. Это бананчик и клубничка. Тут еще были заглушки. Ну вот, заглушки я выкинула. У меня было еще яблочко, яблочко закончилось. Вот остались. Вкусно пахнет клубничка. Ну как закончилось, а Макс его к себе забрал пустое, играется. Ну, как играется? Опять же, на полку для красоты. И бананчик. Пахнет бананом. Его уже надо, ой, выдавливать. Единственное, вот банан, чем не очень удобен, его, ну, надо будет трясти, его оттуда полностью не выдавишь. Вот. Если, например, яблочко и клубничку мы могли промыть, ну, по крайней мере, яблочко промыли, и туда можно что-то складывать, то этот уже как не мой, его внутри не промоешь, его только выкидывать, потому что не положишь же с остатками крема, они испортятся. Вот. Но дизайн очень красивый. То есть мне нравится, как оно смотрится. Так, как вам положить, чтобы вам было тоже видно. Вот. Красиво? Красиво. Еще у меня для рук есть две ванночки, которые ко мне приехали недавно в подарок. Ванночек я как-то, вот, знаете, игнорировала. Теперь я буду ароматерапию получать. Использую. Ванночки от Faberlic Beauty Cafe. Малина, белый шоколад и ванильное лакомство. Еще один крем для рук. Но, ну почему, но я сейчас вам расскажу про него. Сначала Эвелин, вот этот с крестом, сос. Интенсивно питательный для очень-очень сухой кожи. Он подходит, если ваши руки совсем обветрили. Он прям как лечебный. У него даже цвет, вы знаете, сейчас я вам покажу. Посмотрите, видите, он какой-то даже темноватый. Он реально восстанавливает кожу. Его можно как маску на ночь, если руки, например, обветрили или как-то с проблемами. Как маску под перчаточки, ну, под... Ну, специальный косметический для косметических процедур.
Очень жирненький он такой. И я его очень люблю, если честно, использовать на ножки после душа, после бани, под носочки. Ну, так хорошо работает. Так мне нравится. Вот такой вот он крем и впитывается хорошо. Скрабы для рук крайне редко пользуюсь. У меня, вот я говорила, от Мэри Кей очень-очень долго стоял наборный. Вот еще есть от доктора Пьера Рико, тоже скраб. Вот. Но я его тоже использую. Хотя я сейчас от Тиандэ поставлю, а там есть пилинг. Вот еще такой есть скрабик. Тоже подарок был. Ну что ж, давайте для ног. Я не знаю, сколько времени мы с вами уже сидим. Давайте я вам для ног покажу и отпущу вас. Вот такой подарок ко мне приехал. Бальзам для стоп, гладкие пяточки. Домашняя аптечка. Это от Faberlic. Вот такое средство. Еще у меня есть один крем для ног. Это я уж сама покупала. Для потрескавшихся кожи пяток идет. На масле макадамии. Купила из-за того, что увидела слово макадамия. Прямо не могу, как обожала я вот эту макадамию. Но я и сейчас ее обожаю. Вот сейчас жара наконец-то спала, холодно стало. И я вспомнила про свою макадамию. Вот такой вот он красивый дизайн. Супер. Не так давно ко мне приехала от Avon в подарок. Тоже макадамия. Эту макадамию вообще я обожаю. Это мой любимый крем для ног. Очень жалко, что Avon его снял с производства. Вот верните, пожалуйста, я буду рада. Вот куда-то я даже его далеко закинула. Давайте его поставлю так, чтобы всем было видно. Сейчас я попробую с вами отъехать. Так. Вот. Сама отъехала в кадр, надеюсь, не попаду. У меня есть скраб для ног. Вот такой. От Faberlic. Это недавний тоже подарок ко мне приехал. И еще у меня появился тоже недавно вот такой скраб для ног. Хрустальная туфелька. Сейчас я вам его покажу. Вот такой вот он красивый. И пахнет очень-очень вкусно. Какой-то свежестью, цветами и прохладой. Вот так вот он пахнет. Правда, каким-то, знаете, леденящим хрусталем таким. Очень интересно. Ну, понятно, что я этот китчен так полюбила. Я ведь все китчены открыла. Только сейчас об этом поняла, что открыла каждую баночку. Ой, что-то упало. Есть у меня вот такая красота. Сейчас в Avon его нету. Это бальзам для ног. Я бы назвала это больше не бальзамом, а маслом. Вот он такой вот интересный, этот бальзам. Сейчас вам покажу. Вот видите, он прям как масло тает. Супер. Мне он приехал в подарок и стоит у полочки моей, где я сплю, около кровати. И радует меня. То есть я им время от времени пользуюсь. Есть вот такая щекотка, это смягчающий скраб-ванночка для ног, органический тростниковый сахар и свежая гуава. Я вам сейчас его покажу, надеюсь, я ничего тут не просыплю. Вот, смотрите, какая красотень. Это красотень шевелится, видите? Вот, такой он. И очень-очень вкусно пахнет. Называется смешно, щекотка. Так, а что у меня? А у меня упало нелюбимое средство. Его можно даже не поднимать. От Санте крем релакс. 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 Ну, неважно. В общем, вам будет хорошо. Для усталых ног конский каштан и мята. Снижение ощущения тяжести в ногах. На ночь его сейчас вот использую. Именно его поставила большую тубу. Не люблю я, конечно, большие объемы, но у меня они все равно есть. Хорошее средство. Я думала сначала, когда брала, думала на лето будет холодить. Нет, он не холодит, но работает неплохо. Вот такой крем для ног есть от Этна Ботаника. Мне он очень нравится. С удовольствием я уже пользовалась им. Одна туба у меня закончилась, вот еще одна. Вот этот крем мне не подошел. Это крем от Натоптышей.
Он смягчает огрубевшую кожу ног. Я вам сейчас его покажу. Он идет, знаете, можно сравнить с вазелином. Видите, прямо как вазелин. Я его даже не буду размазывать. Я его обратно затолкаю сейчас. Потому что он не размазывается. Но если у вас проблемные ноги, вот эта штука хороша. У меня ноги не проблемные. Они у меня проблемные, скорее мозольки могут появляться, кожа стирается. А вот как таковых, вот чтобы огрубевшая кожа, ничего этого нет. Я всегда всю жизнь хожу в носках из-за того, что не могу ходить без них. Вот, еще у меня есть про ноги. Вот такой крем для ног, дезодорирующий, пролонгированный эффект. Вот такой. О, у меня батарея заканчивается, я тороплюсь. Давайте быстро, а то вы у меня потухнете сейчас. Вот такие два крема. Это с лавандой 150 мл. Они классные-прекласные. В новом дизайне просто поменяли баночку. А так красота. Ну и последнее, что я вам покажу. Два уже заканчиваются, но их вот у меня 5 штук. Это вообще пустой практически. Это на ножки пшикать. Все, девчонки, у меня упало... Ой... Сейчас я сама свалюсь, если достану. Нет, достала. Вот такая маска, она мне не нравится и не подходит. Нужно минуту с задранными ногами сидеть в ванной, чтобы она впиталась, а потом снимать. Мне не нравится такая процедура, спа-процедура. Простите, что заторопилась в конце, просто мигает батарея. Всем спасибо за внимание и всем пока!